Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Фролов Никита, и сегодня у нас новое поступление. К нам приехал трактор МТЗ-82, 23-го года выпуска, минской сборки, а теперь давайте перейдем к нему. Вот данный красавец, трактор абсолютно новый, без наработки, 23-го года выпуска, повторюсь. 23-й год идет по сниженной цене, акция, их осталось не так много, так что спешите, скоро начнутся уже 24-е года. Поступать, они уже будут подороже. По трактору идет светодиодное освещение, резина в круг белшина. Также были изменения в кабине, уже идет европанель, как у трактора МТЗ-1221. Также изменили потолок. Подарили другого типа. В кабине вас ожидает приятный бонус в виде зипа к трактору. А светодиодное освещение также находится и сзади трактора. Компрессор. Вентилятор весь в решетчиках. Все защищено. Посмотреть и протестировать этот трактор вы сможете по адресу город Волгоград, улица Электрическая, 183. Приобрести его можно по любой форме оплаты. Также у нас большой выбор к нему навесного прицепного оборудования. Также имеется как и новое, так и бэушное. Все это мы сможем доукомплектовать в нашем сервисе. Также, кто переживает о доставке с дальних регионов, приезжайте. Мы сможем доставить прямо до вашего хозяйства. У нас свои эвакуаторы. Приезжайте, подберем технику для вас.